Какой кошмар вообще. Детсад наш. Плавает тоже. А он трехэтажный, двух? Да двух, по-моему. Но он высокий. Он высокий, да. Видишь, какая помойка. Там помойку не проедешь, я уже пытался. Везде помойка. Ой, какой кошмар вообще. Вода прибывает. Я тебе скажу. Ну, она прибыла еще. Прибывала на сантиметров, как я приехал, она сантиметров 20 прибыла. Ну, 25 стоит. А? 25 стоит. Нет, она, как, когда я приехал, вот этот шнур был, это, провод вот этот был не в воде еще, а вот сейчас в воде. Вот там ТВСников сними. Работают люди.